Мастер Прадо поклонения волхов, нидерландский живописец, работавший между 1475 и 1500 годах. Каких-либо данных его биографии не сохранилось. Считается, что родом он был из Южных Нидерландов и известен своей яркой раскраской на панелях, изображающих сцену младенческого возраста Христа. Полагают также, что учился он Рогира ван дер Уэйдена и назван в честь панели «Поклонение волхов» с алтаря святой Колумбы этого художника. Хотя волхвы были популярной темой для северных художников во второй половине 15 века, а алтарь Колумбы широко копировался, но копия так близка оригиналу, что считается, мастер работал в мастерской ван дер Уэйдена, и у художника был доступ к оригиналу рисунка. Шесть панелей сегодня связаны с мастером, пять сцен из младенчества Христа и одна святого Франциска. Две панели, которые сейчас находятся в коллекции Барелла в Глазго, считаются створками потерянного переносного триптиха. Все шесть работ были приписаны Гансу Мемлингу, художнику, находившемуся под сильным влиянием ван дер Уэйдена. Однако эта точка зрения в конечном итоге была отвергнута.